Георгий Черданцев приветствует вас из Севильи. Мы на стадионе Бетиса. Бенито Вильямарин. Как отлично он действует и выручает свою команду. Буатенг. Бускетс, Бургас. Теперь в атаке уже соперник будет. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Еще чуть-чуть, гол мог быть. Буатенг. Катают они мяч. Неудачная передача, мяч прямо в... И пробил игрок. Не прошел удар, защита на месте. И правильно, долой мяч из штрафной. Теряют они мяч. И был рикошет, мяч уходит на угловой. И прямо в центр штрафной мяч летит. Все просто, вынос. И пробил. Не лег мяч на ногу, выше ворот. Лукаку. Бускетс, Бургас. И пробил. Открыт счет в этом матче. И сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. 1-0 в нашей игре. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Не стал судья останавливать игру, преимущество сейчас у них. Мяч у соперника теперь будет. Как здорово защитник сыграл сейчас. Очень вовремя защитник играет на вынос. А вот сейчас может быть опасно. Слишком долго он не расстается с мячом. Есть партнеры в атаке с ним. Выносит мяч защитник. И как он дальше мячом распорядится? Уходит мяч за пределы поля. Без мяча остаются они. Отлично вратарь играет. Играют они в пас. Есть! В штрафной адресаты. Навес нужен.
Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Мяч вперед идет к чужим воротам. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. И на фланг он пасует. Можно подавать сейчас. А вот будет рикошет. Тут был. Из-за боковой ведут они мяч в игру. Атака остановлена, но кто получит мяч? Мяч у них на чужой половине. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя оставить. Нет, не дошел этот пас до адреса. Теряет атака мяч, в штрафной вынос. Нарушение и штрафной удар. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Хорошо тут сыграл. 2 минуты добавлено к основному времени тайм. Пас на ход, может быть интересно. Перекладина играет за вратаря. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока. Первый тайм завершен. Результат закономерный. Одна команда явно сильнее другой. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. И что дальше тут будет? Интересно, куда дальше мяч пойдет? Как здорово, он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец! Буатен. Контролирует мяч команда. Соперник пока никак не может его перехватить. Выигрывает борьбу у соперника. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Подавай! Играет в пас команда. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Здорово сейчас может контратака пройти. Отличный перехват, очень вовремя. Это аут. И как он дальше мячом распорядится? Отдает он передачу. Катают они мяч. Отдает он мяч партнеру. И слета пробил. Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы!
Тут, конечно же, не будет у режиссеров трансляции вопросов, какой момент включать во время паузы. Прекрасный гол он забил. После навеса удар с лета. Великолепное исполнение. Снова равенство на табло 1-1. 30 минут играть осталось. Борются они за мяч. Бускетс, Бургас. Теряют они мяч. Есть удар! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Какой финт? Вы это видели? Нет, не дошел. Это пас до адреса. Аут около штрафной. Это может быть опасно. И навесить тут нужно. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Ходит мяч у них. Играет он на партнера. И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Не получилось у них мяч удержать. Перехвачен пас. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Очень хорошо он играет. Сейчас пас команду защитник. И что дальше тут будет? Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Атаку они переходят. Защита надежно играет. Пошли последние 15 минут. Очень уверен он себя в игре, в пас чувствует. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Из-за боковой будут мяч в игру вводить. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. С умом он мяч отдает. На фланге есть свободное место. И немного силы не рассчитал он. Тут мяч у вратаря, кажется. Бускетс, Бургас. Успешно навязал борьбу. И пробил. Вот это интрига. Вот это развязка. Получить гол на последних минутах не самый приятный расклад. Да уж, не позавидуешь пропустившей команде. Но есть еще время для того, чтобы исправить результат. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Осталось играть 5 минут. Команды разделяют один гол. Мяч у соперника теперь будет. Все просто. Вынос. Отдает он мяч партнеру. И как он дальше мячом распорядится? Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Бускетс, Бургас. Играют они в пас. Классно он удар накрыл. Ну что же, судьба матча решится в следующие несколько секунд. Чтобы спасти игру, им надо воплотить гол этому углову. В самое скопление игроков угловой под. И ничейного счета, похоже, не будет. Да, матч подходит к концу, и тут уже вряд ли что-то изменится. А крайне плохая передача приводит к потере мяча. Свисток, штрафной. Вот так пока делался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Коротким пасом разыграли. А
Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Приличный доворот, но он все же попробует пробить отсюда. Короткий пас тут. И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Великолепен защитник сейчас. Спас команду он этим действием. Ну что же, игра завершилась. Ну вот настоящий кубковый поединок. Настоящий с сюрпризами. Если бы это был матч в рамках регулярного чемпионата, возможно, счет был бы и крупным. Но это кубок, и здесь ничего нельзя спрогнозировать. Выиграли фавориты, да, но как же им попотеть-то пришлось? Да, самой малости не хватило сегодня аутсайдеру. Бились, старались, но на большее не хватило ни времени, ни сил. Прямо в центр штрафной мяч летит. Все просто. Вынос. И пробил. Нелег мяч на ногу. Выше ворот. И пробил. Открыт счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Катают они мяч. Отдает он мяч партнеру. И с лета пробил. Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы! Тут, конечно же, не будет у режиссеров трансляции вопросов, какой момент включать во время паузы. Прекрасный гол он. Есть удар! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Бускетс, Бургас. Успешно навязал борьбу. И пробил. Вот это интрига, вот это развязка. Получить гол на последних минутах не самый приятный расклад. Да уж, не позавидуешь пропустившей команде, но есть еще время для того, чтобы исправить результат.